У входа в школу учеников своя парковка для велосипедов, пусть двухколесный, но вполне себе транспорт. Лето – то самое время, когда выехавший внезапно велосипедист часто становится причиной трагедии на дорогах. Именно поэтому главный госавтоинспектор Высокогорского района Раиль Аминов вновь повторяет азы правил. Держаться за руль двумя руками, не сажать пассажиров и внимательно переезжать проезжую часть. Иначе наказание, словом, это малое, что может произойти при несоблюдении правил. Если выявим такие факты, в отношении вас будет составлена карточка «Стоп, твоя жизнь в опасности». И потом ваших родителей будут привлекать к административной ответственности, то есть к штрафу. Родители за вас, я думаю, краснеть не захотят. Сотрудники ГИБДД всегда на посту. Автомобили проверяют на соблюдение правил перевозки детей, на факты наличия запрещенных предметов. Однако этого бывает недостаточно. Внимание родителей. На него особый акцент. В преддверии летних каникул хотелось бы призвать всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности своих детей и не оставлять детей без присмотра вблизи дорог. Отметим, за 4 месяца 2017 года на дорогах республики зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие с участием детей до 16 лет. 2 ребенка погибли, 146 получили травмы. Несмотря на то, что показатели ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, масштаб трагедии уменьшить нельзя. Алия Хайрудинова, Фанил Мухарлямов, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».